Всего несколько лет назад на месте этого микрорайона был пустырь, бывший аэродром. Посмотрите на эти уникальные кадры кинохроники. Они сняты как раз на старом аэродроме после Сталинградской битвы. Тогда не было выбора, и приходилось приспосабливать под жилье фашистские самолеты, так и не успевшие взлететь в результате стремительного наступления наших войск. Сейчас тут красивый современный микрорайон с многотысячным населением. В нем и появилась самая юная улица волжского города-героя. Волгоградцы назвали ее именем Константина Симонова. Жизнь и творчество выдающегося советского писателя связаны с историей города. В период Сталинградского сражения Константин Михайлович Симонов был в боевых порядках советских подразделений, как военный корреспондент газеты «Красная звезда». Все пережитое в огненные дни и ночи гигантской битвы на берегах Волги, судьбы защитников Сталинграда легли в основу многих произведений Константина Симонова. И город-герой увековечил в одной из своих улиц имя писателя-солдата.